Ребята, всем привет! У нас сегодня в гостях Константин. Константин — это создатель Хуки от Triton Systems. Он и ее вдохновитель, создатель, изобретатель и, в общем, этой системы, да? Не все системы Хуки, а именно вот этой компоновки, вот этой системы, которой мы сами пользуемся. Значит, Костя привез новую модель Хуки. Сейчас я вам покажу ее. Вот так вот сделаем такой угол. У нас идет подготовка к очередному выезду. В общем, вот такую новую модель системы Triton. Вот наша предыдущая. Сейчас нам Костя немножечко расскажет, в чем же у них отличие. Ну, общего у системы того, что буйок одинаковый. Они и та, и другая влазят в один буй. Сейчас новые буи у нас из лодочного плотного ПВХ. Цвет правильный. Кстати, воды. Заметьте, да, как цвет у нас совпал. Чтобы он не разогревался на солнце, такой нейтральный, и как для МЧС спасательный цвет, да, еще и жилеты делают, то есть специализированный. Значит, в чем еще разница? Здесь увеличились мощности, то есть это уже не для перелета, это для местного использования. Да, вот с этой хукой можно летать в самолете, аккумулятор это позволяет делать. То есть она такая мобильная, назовем ее, такая портативная, да. Мобильная хука. Это уже версия такая более промышленная для такого использования серьезного. Вот сейчас будут первые тесты. Вот так вот она выглядит. Да, чемодан побольше. Да, чемодан тут стоит побольше. Пока просят все-таки не открывать их, потому как ведется работа над патентами и прочим вещами. Пока открывать не будем, но это работает и работает очень хорошо. Вот у нас портативная система, она у нас пока остается, но ее у нас уже забирают, вот, для того, чтобы человек собирается летать за границу с ней, там, к себе там, на яхту, еще куда-то, вот, у него она там будет находиться, и также он занимается здесь поиском под водой и будет привозить ее сюда. Вот эта вот версия уже она такая, скажем, для перевозки, вот нам для вездехода она очень хорошо подходит. В ней в чем плюс? Вот давайте посмотрим. Я ее сейчас включу. У нас вот такой вот есть легочник. Это, опять же, эксклюзивно для нас сделан. Борт дышать резко, быстро. Ребят, дышать можно как угодно, не экономить воздух. И хоть ты паникуешь, хоть ты приседаешь, там можешь бегать с ним, воздуха тебе достаточно. Значит, у этой хуки 50 ампер-часов аккумуляторы. Можно выключить уже. Да, здесь где-то... Ну, вот пока 9 часов. Видите, магнитный ключ. То есть никто не может подплыть к вашей ватрушке и выключить ее как-то. Иначе. То есть здесь нет никаких выключателей и прочих вещей. Вот. Где-то около 6 часов заявлена работоспособность. От 6,5, да. Работоспособность ватрухи. 9. Смотря в каком режиме. То есть... Очень серьезно. Если вот эта ватруха у нас 4-5 часов работает, вот эта хука 4-5 часов работает, то вот это у нас работает от 6,5 часов. Остается только испытывать. Только испытывать, ребят. Я вам выдал прототип. Еще ни у кого нет, у него даже у самого нету. У нас уже есть. Мы сейчас ее будем жестко. Мне вот сейчас уже прям хочется вам пойти в речку залезть. И это самое... макнуться. В общем, вот такие у нас, ребята, новости. Вес еще. Да, вес у нее около 15 кило, правильно? А у той? 9 килограмм, да. Ну, существенно. Ту можно было вручную кладь прям взять ее, перевести. Это уже, конечно, так не получится. И аккумуляторы не позволят, емкость аккумуляторов не позволит перевести их в самолете. Это... То есть, вот такая вот проблема. Внутри страны. Внутри страны, да. В общем, перелеты. Ну, ходить с ней, вот, в общем, вот. Взяли и пошли. При желании можно. Там убежать от кого-то. Есть кольцо. Вот здесь оно просовывается, кольцо вот тут. Это шланг вот так.
То есть уже можно. Шланг висит, да, здесь можно еще груз какой-то подвесить. Да. Для того, чтобы сумочку какую-то подвесить, для того, чтобы туда что-то там хранить. Сюда можно под этот кожух засунуть батарейку для этого самого, для буксировщика дополнительную, что парашют. Я и буду делать. Парашют для подъема каких-то тяжелых грузов и из-под воды. Да. Ну, в общем, ребят, вот такая вот система пришла. Кому интересно, телефон Кости я оставлю в описании под этим роликом. В общем, заказывайте. Но уже на сейчас, наверное, существует очередь. Она достаточно уже растянутая, что, боюсь, в этом сезоне уже, наверное, не получится даже. Но в любом случае, звоните, договаривайтесь. Вещь действительно эксклюзивно на рынке такого реально нету. Я вот сколько изучал, я не видел на рынке, чтобы вещь была настолько компактная, удобная, в одной коробке. И это работало вот именно в такой слаженной конструкции все. То есть так это что... не полуфабрикат, где отдельно купи аккумулятор, отдельно лодку. И да, вы получаете полностью комплект под ключ. Да. Зарядное устройство. Единственное, что легочника вот такого не будет. Чем примечателен этот легочник? Тем, что у меня легочник сам находится на спине. И воздух, выдох мой выходит на спине. Он очень легкий, вдох-выдох. Вот. У меня впереди только вот такая коробка с загубником. У вас будет обычный, ну как, опять же, необычный легочник, специально доработанный, с каких-то там военных консерваций, снятый, доработанный легочник. К этой хуке идет еще также вот 10-амперная зарядка, которая позволяет зарядить за... За сколько у нас? За 5 часов. 5,5. За 5,5. Если, ну если, да, если в ноль, да, да, если вы в ноль высадили, за 5,5 часов она у вас зарядится. В общем, вот так вот. Набирайте Кости. Ну и также следите за нашими подводными копами. Они скоро уже начнутся. Скоро будет более-менее хороший прозрак. Пока еще не на северах. Мы здесь будем. Но прозрак уже постараемся сделать хороший. И поискать что-нибудь интересное. Всем всего хорошего. Пока.